Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор вот такой вот небольшой баночки. Здесь у нас лимоны, добавление с сахаром, 570 грамм, покупала в Светофоре за 74 рубля. Лимоны, так вот, давайте состав почитаем, кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, здесь у нас сахар, лимоны. А, и все. Угу. Сахар и лимоны. Вот так это выглядит. Здесь, видимо, косточки, они на всех почти баночках. Разбирают, кстати, хорошо. Вот. Не знаю, надеюсь, что довольно вкусно. Давайте попробуем. Нет, не хочет открываться. Такая она как желе. Ах, запах прям такой лимон. Лимонов. Возьму большую ложку. Вот. Здесь тут видно. Здесь вот оно как лежит. И давайте попробуем. Попадаются косточки, кстати, не очень. Комочки попадаются лимоном. Сладко. Но вот когда проглотишь, ощущается прям приторно сладкий, хочется запить. В принципе, довольно вкусно, но присутствует какой-то такой некий аромат, как будто бы она пролежала лет 50. Как такой не протухшести, но что-то такое. Запах, по-моему, тоже чуть-чуть есть. Да, такой запах немножко плесневелости и немножко вроде апельсином пахнет. То есть, ну, не знаю, что там по срокам годности-то у нас. Вот. Май, 25 мая. Лежать она может сколько? А, 2 года, господи, точно. Там же написано, 2 года она может храниться, то есть она не просроченная, но при этом какой-то запах такой вот плесневелости, какой-то вот гнильцы, что ли, вот какой-то вот такой запах и аромат тоже присутствует. Но, в принципе, если этого не замечать, то довольно вкусно. Не знаю, его берут довольно хорошо. Он такой прям очень нежненький, и там мне нравится вот это вот. Сама штучка беленькая. Когда я брала, там женщина стояла. Нет, говорит, там не только сахар добавлен. Там что-то еще видно. Вот. Я говорю, да я не знаю, что там добавлено. Вот. Ну, за 70 рублей, не знаю. Больше, сами, наверное, сделайте больше гораздо. Не знаю, сколько туда лимонов ушло. Напишите в комментариях, кто делал, у кого есть рецепт. И как у вас получилось, вкусно или нет. Ну, в принципе, вкусно, можно покупать. Не знаю, может, мне такая банка достала. Кто уже брал, напишите свои отзывы. Не знаю, может, мне так кажется, что какой-то запах плесени. Так-то ее самой там нету. Может быть, просто из-за того, что это лимоны, получается такое что-то нестандартное. Не знаю, напишите в комментариях, как считаете вы. Ну, в принципе, вкусно. Попробую, может быть, попозже еще взять или, может быть, сама сделаю. Если хотите, чтобы я сделала такую вкусняшку сама, давайте наберем с вами 25 лайков. 25 лайков, и мы сделаем с вами сами. Набираем. Ставим много-много-много-много-много лайков, лайк. Пишите комментарии, отзывы обязательно, не забывайте. Ну и с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока. Я буду кушать ее дальше. Ням-ням-ням. Не, все-таки вот я сейчас дальше ем, она приторно сладкая. Первую вот ложку не почувствовала особо, но дальше приторно сладкая. Смотрите, сколько косточек. Там очень много их. Вот они коричневые, вот это все косточки. Вот тут тоже косточки. Очень много, но вкусная. Запивать хочется. Вкусная, понравилась мне очень. Пишите свои отзывы.